Я не рассылаю СМС о блокировке счета и не спрашиваю номер карты и код безопасности. А я никогда не заказываю продукты либо напитки у граждан, а также мне не нужно пополнять баланс мобильного телефона. Сообщать диагноз по телефону и брать деньги за редкие препараты – это не про нас. Никогда не требую отблагодарить проверяющих или оплатить налог за приобретенные вами некачественные медицинские препараты. Я работаю без предоплаты. Расчет за автомобиль только при личной встрече. Полиция предупреждает о возросшей активности дистанционных мошенничеств. Будьте бдительны, не принимайте поспешных решений. Любую информацию можно проверить.